нашем городе волнуется народ. Говорят, потерялся бегемот. Он от поезда немножечко отстал, а точнее он на поезд опоздал. Ничего, говорят, обойдется. Цыганины пельмены вернется. Мы решили бегемота отыскать, накормить его и в ванне искупать. Бегемотик, бегемотик, открывай свой чудный ротик. Мы положим в этот ротик лук, капусту и морковь. В нашем городе волнуется народ. Говорят, что заболел наш бегемот. Ноют зубы и болит его живот.